желтой. Из желтой. Вдвоем. А, машина готова. Отлично. Тогда, ребят, смещаемся. А сейчас будет самое интересное, пока их машины заезжают. Сейчас я объясню предысторию этой истории, скажем так. Так вот. Автозвук развивается, набирает обороты, все прекрасно, все движется в нужном направлении. И тут создаются команды. Так, мы делаем второй датчик. Миша, давай. Сделали. Так вот. Автозвук развивается, растут команды, растет профессионализм, растут результаты. И вот ребятам стало скучно, они вдруг ударили по рукам и сказали, а давайте зарубимся. Назначили дату. И вот они здесь собрались у нас в гостях. Машина из Москвы и машина из Орла. Машины в одном классе, машины одинаковые. Разница только в том, что, допустим, один занимается немножко больше, немножко серьезнее этой темой. Другие немножко меньше. И немножко другой профиль. Но. Так, главное, датчики давайте не перепутаем, ребят. Признайтесь, кто блокировался здесь сейчас? Найдите человека, который был в этом месте. Нет, они должны переплёснуты быть, Миша. Дэн. Нет, все правильно? Отлично. Так, есть. Так вот, ребятам стало скучно, и они ударили по рукам и сказали, все, собираемся на базе мечта и меряемся. Сейчас... Становится сразу одновременно два автомобиля. Да, ребят, на самом деле. Ну, это не запрещено. Правила Мираски не запрещено. Меряться методом Дебедрага. Поэтому сейчас становится два автомобиля. И одновременно замеряются в течение 30 секунд. Посмотрим. Я не знаю, у меня аж дух захватило. Я не могу даже ничего говорить. Давайте подождем результатов. И результаты сами зачерствуют. Так вот. Зрители, большая просьба, давайте отойдем хотя бы на шаг дальше. Большая просьба. Отойдем, расступимся, для того, чтобы участникам было немножко свободно дышать. Потому что на самом деле ответственный момент, серьезный момент, скажем так, у ребят и вообще в российском СПЛ. Так, нас Омск видит. Я не буду показывать ничего, им просто помашу ручкой. Салам пополам. Да. Есть, так вот. Миш, у нас все готово. Я только у Миши спросил, готов ли он или нет. Нет, еще нет. Так, Москва, готовы? Орел запускается. Тише, сандаль. Тихо. Так. Ну что, все готовы? Миша, поехали! Вот это результат! Вот это же! 0,2! Тише! 159,8! Так, ребята, я вам скажу, кто рулит. Рулит Герц. Остальные эмоции держим при себе. И Хавкер рулит. Раздутый Хавкер. Дружба рулит по-любому, ребят, иначе бы мы здесь не собрались, правильно? Так вот, есть! Город Москва! Самая умная Москва! Подали 160 ровно! 159,8! 0,2! Так! Да, круто! Так, ребят, поздравляю, на самом деле, очень серьезный момент. Я назвал на нас, по-моему, больше, чем все остальные. Умничка мой! Он прозевал самое главное. Он еще не знает, но торчит сетку. Сандалит! Рулят! Я представляю. Так, ну что, у нас еще там будет замер, не будет? Откручивай. Так вот. 160 и 159,8. 0,2 разница. Так, ребята, на самом деле. Сандалаудио. Речь о чем идет? О том, что 11 сентября город Белгород, Дебедраг Рейсинг Россия, матч-реванш. Большая просьба приехать. Не, ребят, это без всякого, просто это приглашение. Просто приглашение. На самом деле очень достойный результат. Не зря потеряю время. Потратили время. Не зря. Тише, монитор упадет и все. Она газует так просто. Что же он делает, а?
следующие участники у нас есть? Или у нас пробел пока?